Стать Снегурочкой может любая. Была бы коса до пояса, да костюм Снегурочки. А вот забить гол в ворота задача непростая. Оп! Противостоять команде Снегурочек и Дедов Морозов на футбольном поле не испугались ребята команды «Крылья мечты». В ней играют дети с заболеванием детского церебрального паралича. На поле мальчишки показывают настоящие чудеса футбольной игры. Молодец, Петя! Вперед! Вперед, Петя! Вперед! Фу! Футбол эти мальчишки серьезно играют уже несколько лет. За это время научились быть единой командой. И ни на какие Дед Морозовские фокусы не поддаются. Отвлекаться во время игры вообще нельзя, это не рекомендуется, потому что концентрация теряется, а когда теряется концентрация, значит сразу почти гарантированный гол в свои ворота. Деда Мороза и Снегурочки не поддаются молодецкому напору. Для них это не так-то просто, ведь в обычные будни они мяч не гоняют, работают в строгих костюмах в кабинетах Октябрьской администрации. У меня сегодня в футболе дебют. Много лет я занималась фигурным катанием, поэтому на коньках в хоккее, наверное, я бы смотрелась более гармонично. Но, честно сказать, я с удовольствием воспринимаю себя в такой сегодня социальной роли. Мяч в этом турнире самый настоящий футбольный, созданный по всем стандартам FIFA и привезенный сюда специально на этот турнир. После матча команды разыгрывают серию пенальти, но побеждает все равно дружба. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков. События.